Так, играем турнир, очередной тур в НХЛ. А зашел дружбан или нет? Что-то я не видел. Рокфи со мной будет играть сейчас. О, Руся зашел. Руся, ты? Или это насрали? Признавайся. Так, вроде такие настройки. Так, он здесь вообще нет. А, да, вот он. Я буду твоим. Я буду твоим соперником. Я там соперник появился, он выбирает себе команду. Филадельфию. Ничего себе. Берет не слабых. Так, а у меня кто? Надо посмотреть этот лимит. Так он брал уже Филадельфию. Ну, когда я ему сейчас напишу. Послушаем качественную музыку. Всегда нравилось, когда команда выбирает что-то музыка. Так, ну давай, реагируй быстрее, чувак. Я думаю, ты сюда включишь. Шустрее. Флориду взял. Да, Флориду он не играл. Окей, смотрим, кого мне взять. Если он брал Флориду. Какую-нибудь Оттаву или Ванкувер. Так, что-нибудь снизу. Давай Оттаву возьмем. Так, я играю Оттавой, он играет Флоридой. Флорида Пантерс. Ё-моё, он тактику ставит. Я в жизни никогда ничего не ставил. Ванкувера выездная форма. Красивая. Так, он что, щелк? Сдумал. Со всех позиций. Похоже на то. Тактика его. Так. А, я же ван... это играю, блин. Какой Ванкувер-то? Я же Оттаву выбрал. Туплю. Чуваки, блин, 10 раз пихнули, он уже уехал. Чё-то я давно не играл, как-то у меня все тупо получается. О, пас сработал.
Так. Так, ну на... Блин. Блин, он прошел просто посередине. Второй человек его толкнули, и все равно он не потерял шайбу. Ни на секунду. Странно. Пошли голы эти какие-то странные, блин, с одних точек. Так, уже проебываем, нормально. Да, блин, не бросил еще. Да ё-моё, почему сопернику-то задаем пас на 2 метра, который... И тут сопернику отдали пас. Да блин, не могу попасть, чё-то вообще. Все пасы чё-то прям ему в клюшку. Ну чё он опять, блин, не это... Не сшибается, блядь. Куда ты пасуешь? Вдоль ворот хотел пасовать, он назад отдал, блин. Петух. Да, сейчас опять всех пройдет, блядь. Ну, давай, подбирай, блин. Что-то уже выдохлись. Да, блин. Он наконец-то сбил хоть раз. Проебываю перед финальным периодом. Хуёво дела. Чё-то игра не клеится. 4 броска я только нанес. Ё-моё. Всё, будем бросать сейчас чаще. Ещё попал, блядь, ровно. О, 2-2. Яшин. Так, ну кто на передачу, сука? Ну чё так все, блядь, отъехали-то? Идиоты, сука. Одни и те же голы мы забиваем, это пиздец, конечно.
Удивительно. Такие тупорылые, блять. О, РВД пришел. Зажал вниз на полную, выкатился под дверь аж по центру, очко гол. Да, да. Блять, вот поэтому я не хотел регаться на этот турнир. Потому что я знал, что в решающие моменты будет такая залупа. Ну как ты же там на первом месте идешь где-то, не? Так какая разница? Залупы же. РВД, у тебя тоже пробовал заходить на Мафутин сервак? У тебя тоже не заходит? Ты еще в 7 утра пробовал, не заходит. Все еще не заходит? Еще у Мафута сервак есть. Да, Террари. Мафута кто, блять? Бог! Да. Террари. Нет, лох. Одну букву всего переставить. Блин, действительно. Так, прижмем-ка шайбу. Ой, а как тайм-аут делать? На старт, внизу тайм-аут. На старт, внимание, марш. Только можно получить в чан, если нажмешь старт во время игры. Не-не, на вбрасывание вроде. На вбрасывание можно. Или просто гневное сообщение. Там в этом НХЛ правил уже придумано за 5 сезонов, что вообще ничего нельзя делать. За все ТП. Кое-как выиграл первую игру 3-2, блять, тупыми голами. Кем? С каким-то Рокфи. А, старый. Да, какой-то старый хрен, ну блин. Он мне 2 таких гола забил, я ему 2, но я один еще на пасах сподобился забить. Это мне принесло, считай, победу. А я на пасах не умею, вот, а ты умеешь, вот. Так, второй матч. Файтинг офф. Так, теперь я дома играю, да, и кого я выбрать могу? Смотрим, если я выбрал сейчас Даву. Джорджа Костава? А, вон ты не играл в Papers, Please. Да, пусть будет Каролина. Каролина Харрикейнс. Так, Монреаль у него... Блин, чувак, Hurricanes. Так, о, Буффало. Буффало. О, не было. Все, играем. У него Буффало, у меня ебаная Каролина. Походу он должен сейчас дрюкнуть. Что, померим? Нет? Да. Питер Топл. Так, у него гашек, да, тут сейчас будет блистать. Хуй забьешь ему. Блин, ненавижу. Так вот, выигрываешь сбрасывание, тут же пас назад. О, Каролина, какая-то, видимо, слишком туфтовая команда. Да ёпта, они даже пас не могут дать, блять, вратарем. О, с паса забил.
кто-нибудь скоростной есть в этой команде, блядь? Пожалею. Блядь, он просто насквозь продирается. У него тактика охуенно простая, блядь. Блять, у нас свои мешают, блядь. Ну хоть один защитник, вот боты вообще что-то делают в этой игре полезное, блять. Они могут, блять, клюшечкой помахать хотя бы впереди, блять, игрока. О, Гашика травмировал, нормально. Только мне дали, блять, 2 минуты за это. Болтаются, прям сейчас болтаются. Кто там болтается, вот это? Бахло, не было, не было. Не было, не было. Ты чё, блядь? Ты про чё? Сука, у меня вообще одними и теми же ударами. Чё там, блядь, за лимитами сложно следить? Да нет. Окей. Ну давайте, блядь, пристаните хоть раз, блядь, как гопники, блядь, пацана. Давай, блядь, вон. Да, блядь, тупоры стоят, блядь, при передачах, просто пиздец. О, забил 1-1. Так, когда мой же петух выйдет, блядь, четвером играть охуенно сложно. Лишнее тело, блядь, отсутствует перед воротами, сука. А у него теперь будет лишнее тело отсутствовать. Тело. Да там толку мало от игроков по большому счету. Важно, что они вообще есть, они катаются и рандомно шайба в них попадает, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп-о. Да его подбери, бот, блядь. Так, ну, блядь, ну почему никто не открывается, сука? Ебать, ебать, он чуть не забил мне на добивание. Просто тупо чуть-чуть повезло. Так, надо смениться, походу. Давай, петух. Ну вот, блядь, бью вроде. Не бьется. О, в очко прошло. Так, чел вообще играет? Нет, о, играет. Так, мой вратарь пока тихо-тихо радует меня сейвами. Блин. О. Синий не получилось. Ну, блядь, вы можете пас дать на, блядь, 3 метра, сука. Зацепы какие-то, блядь. Тупо пас, блядь.
По 11 бросков к третьему периоду. Да что, блядь, даже без скорости было. Две минуты дали, блядь. Все РВД виноват, блядь. Тух. Блин, я забыл, что надо скрины делать с результатами. Вообще их не делал. О, удаление. Ну, блядь, тупорылые катаются троём, блядь, мимо шайбы. Охуеть просто. Я сбил, блядь, никто подобрать не может. Насколько тупые боты, блядь, в этой игре. Они хотя бы тупо был бы скрипт какой-то у них, что на шайбу надо ехать, блядь. Да ёпта, мимо, сука. Охуенно, блядь. Кстати, руда золотая кирка, это я сделал. Почти накопает на первое время. Ты чё, блядь? И тут? А ты? Какие-то дурацкие игры. Может, ты? Выиграл 3-0 вторую игру. Две победы удалось держать, но, блядь, игра была не очень. Все, чё, где тут этот, блядь, скрин? Хотя бы второй игры сделаю. Не, не буду делать. Не сделаю. Всё. Квит матч. Заканчиваем.